Сарафан радио, давайте поаплодируем. Ребята, не уходите со сцены. Не уходите со сцены. Но сарафан радио мы можем отпустить, да, я думаю? Можем или нет? Обязаны. Ну ладно, отпускаем. Отпускаем, ребята, сегодня так задали жару. Я хотел с вами поговорить, раз уж вы все здесь собрались. Меня не видно, правда, из-за вас, но ничего страшного. Не надо никому смотреть. Короче, я хотел с вами обсудить одну историю. Признайтесь честно, парни, парни, вопрос к вам. Кто девочек дергал за косички? Было, да, такое? Было, было. У вас, получается, в дальнейшем, ну, с этими девчонками, по крайней мере, такой возможности может и не быть. Поэтому я сейчас вот зафиналить предлагаю вам эту историю классным батлом. Как вам идея? Подергаем за косички девочек. Итак, нужно две команды. Команда мальчиков и команда девочек. Парни идут в правую часть, девочки в левую часть сцены. Да. Нам стеснительных не надо, поэтому, если что, кто не хочет побатлиться, я все расскажу. Все расскажу, все будет круто. Девочки влево, мальчики вправо. Гоу-гоу-гоу. Но не уходите. Так, вот давайте тут серединку сделаем такую. Кто хочет поучаствовать, поднимайтесь. О, с группой можно сфотографироваться. Не всем, только красивым. Ладно, всем, вы все красивые. Так, а парни куда-то сжались, прям сжались. Давайте сюда поближе. Поближе, поближе. О, девчонок много, ребята, надо поддержать. Надо поддержать команду парней. Слишком мало, слишком мало. Поднимитесь, кто желает. Ребята, вам нужно придумать название вашей команде, и вам тоже. Давайте, быстрое совещание, быстро, быстро, быстро. Обсудите. Есть? Ну, только в рамках дозволенного, да? Какие-нибудь нормальные названия. Ну, придумали? Красотки? Шикарно, шикарно. И это правда. Ребята, а вы красавцы, нет? Мужчины. Мужчины. А, мужчины. Мужчины. Мы мужчины. Мы мужчины. Хорошо. Мужчины и красотки. Так, мужчины, выберите, пожалуйста, капитана вашей команды. И красотки тоже. Давайте... Сразу подсказываю, нужно танцевальную. Танцевальную как? Воу! Неплохо. А вы вместе, да? Брат, сестра? Нет? Ладно. Просто... Меняться? Вы можете меняться, если хотите, нет? Ладно, хорошо. Итак, задача очень простая. Капитан команды показывает движение, вся команда за ним синхронно повторяет. Все элементарно, на мой взгляд. Начнем, думаю, с девушек, да? Ребята, поняли? Показывает, повторяйте, синхронность на плюс. Ну а мы с теми, кто остался вне сцены, будем аплодировать и решать, чья команда в итоге заслуживает балл. Но еще пока рано. У нас музыка тут будет еще. Красотки готовы? Да? Я не слышу! А где группа поддержки? Зал? Зал где? Зал тоже есть. Ну что, 3, 2, 1, красотки, начинаем! Rock the microphone straight from the top of my dome. Freestyler. Ускоряемся, показываем, показываем. Давай, 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 давай. Все, стоп. Так, ну, как вы оцените, ребят? Неплохо, неплохо. Да, первый блинкомом, но ничего, я думаю, что вы повторите сейчас ту же историю. А зал, как вам, красотки? Неплохо, хорошо. Ну, итак, мужчины вступают в игру. 3, 2, 1, поехали. А
остановите, это может не закончиться, мне кажется. Так, ну что, зал как оцениваем мужчин? Смотри. Ну я бы, честно, бал отдал мужчинам. Было больше синхронности. И да, и это не предвзятая мужская солидарность. Просто нет, у нас еще будет возможность доказать. То есть то, поменяем капитана команды. Давайте, кто следующий? Все. Красотки, мужчины. Так, ход за красотками, готовы? Раз, два, три, гоу! Неплохо, неплохо. Это было круто. Давайте поаплодируем красоткам. Все громко. Так. Ну, мужчина заряжен на успех. Я смотрю, да? Готов. Боец прям, самец. Да, рысь, выпрыгивай. Давай, раз, два, три, гоу. Поехали. Отлично, спасибо, спасибо. Мне кажется, он куда-то пытался дотянуться все время, то есть, ну, не доставал просто не доставал. Так, ну, у нас у мужчин один балл, тут, конечно, красотки. Мне кажется, было очень здорово, да, классное движение. Один-один, но лучше, но не для нас, для себя. Так, 1-1, пока ничья. Готовы поменять капитана? Кто готов? Так, давайте, не стесняемся. Заработаем балл для команды. Ты хочешь? Давай. Вообще, выпускник. Самый главный выпускник. Нормально. Мне кажется, это победа. Это заявка на успех, однозначно. Красотки готовы? Это наш козырь. Козырь в рукаве, да? Ну что, 3, 2, 1, поехали. Пожалей мальчика, пожалуйста! Что ты делаешь? Прекрати! Все, стоп! Спасибо! Спасибо! Было круто! Вот эта пластика, вот эта грация! Ты готов отвечать, да, мужчина? Ну что, давайте поддержим мужчину! Громко! 3, 2, 1, поехали! Слушай, я не знаю даже, кому бал. Давайте по одному, это было круто. Не-не-не, тут тоже было хорошо. Тут тоже было. Так и решили. Так, по одному. 0-5 это потом. 0-5 после выпускного. Да, ну что? Так, у нас 2-2. 2-2, я думаю, решающий бал сейчас будет. Вы готовы?
Новый капитан от вас. Ты хочешь? А тут вот уже смотри. О, все. Так, ребят, давайте пошире чуть-чуть. Разойдемся пошире чуть-чуть. Туда и туда. Чтобы всем было видно, все хотят посмотреть на вас красивых. Ну что, красотки, готовы? Да? Трек для красоток, поехали! Опан Гангнам Стайл. Мы угадали! Круто! Это было здорово, аплодисменты! Ну, сражение накаляется просто, мне кажется, да? Вы знакомы, да? Вы встречаетесь? Нет? А, нет. Я не встречаюсь, да? Нет. Понятно. Хорошо, ладно. Ну, ты готов задать жару, да, сейчас? Итак, ребят, поддерживаем, да, мужчин наших. 3, 2, 1, поехали! Ребята, надо повторять! Все! Повторяем! Это было так же круто! Это было так же круто, ребята! Утешение! Окей, итак, я думаю, что нужно спросить зал, так как бал решающий. Друзья, поаплодируйте красоткам. А теперь поаплодируйте мужчинам. Я думаю, так же громко, так же сильно, поэтому счет 3-3. Победила дружба! А сейчас можно послушать одну крутую песню для вас всех. Песня дружбы. Вы наверняка ее знаете. Давайте послушаем. Если вы не знаете, что делать, я вам покажу. Поехали! Или вы знаете, что делать? Нет, мы собираемся в паровозик! Давайте! Поехали! Go! Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando se foi quem dia só me fez chorar. Chorando está ao lembrar de amor que dia não soube cuidar. Все, аплодисменты друг другу. Все вместе, обнимашки. Большие обнимашки. Ой, друзья, с вами так тепло, так уютно, так круто. Я хочу пожелать вам успеха, удачи во всем. Пусть всегда у вас будут улыбки на лицах, как в этот день. Я вас поздравляю с выпускным. Ну а дальше с вами разделит эту радость диджей Чили, дискотека! Давай с тобой мы отдохнем, с тобой вдвоем, с
вдвоем мы этот мир перевернем с тобой вдвоем. Скажи, зачем нужны. Ребята, если можно, пожалуйста, мы хотим запечатлеть этот момент. Спуститесь вниз, вот под сцену, там будет красиво все выглядеть. Вы будете круто. Я понимаю, вы главные, конечно, сегодня на этом празднике. Мы рады видеть таких красивых и счастливых. Но мы бы еще хотели снимать на видео это все. Всех целуем, обнимаем. Па-па-па-па! Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь. Держи. Просто я устану ждать
и, быть может, навсегда. Пусть ты меня не слышишь, пусть голос мой все тише, я буду верить в чудо просто так из ниоткуда. Нет, не хочу я много, все, что прошу у Бога, мне так мало в жизни надо, с нею быть сегодня рядом. Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода, ждать тебя, надеясь вновь. Ты же девочка, плачь, ну же девочка, плачь.
восьмому окну. Зачем скачу нам эта с тобой война? Мы летаем мало, долго падаем, падаем. Как же ты меня держи, как же я тебе надаю. Мы летаем мало, долго падаем, падаем. Как же ты меня держи, как же я тебе надаю. Ты же девочка война, не подавай я тебя война. Мы же девочка тайна, ты же девочка война. Слэм!
Ребята, ребятушки, все меня слышат, все меня не видят, наверное, но я здесь, я сбоку. Хотелось, чтобы вы сейчас, кто с телефонами, кто с гаджетами, достали свои телефоны. Есть они? Достаньте все-все-все, пожалуйста. Да, меня правильно поняли. Супер. Вот так вот. Можно убрать свет? Да, с ребят можно его вверх туда, куда-то. Во-во! Сколько огней, сколько огней. Зажгите все фонарики, пожалуйста. Все-все-все. Не только выпускники. Давайте, зал тоже. Галерка, зажигайте огни. Зажигаем звезды. Все вместе. Ребята, ну какой же праздник без салюта? Согласны? Специально для вас подарок от главы Калининского района. Праздничный салют! Делай вопреки, делай от руки, мир переверни, небо опроки. В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их. Просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо вместо сцены, здесь все вверх ногами. Эти звезды в темноте, тобой зажжены фонари. Тысяча меня до меня и после меня будет. Тысяча меня и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова вдребезги, и нас не починили. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама, когда меня не... С праздником, выпускники Калининского района! Будьте счастливы! Моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары, круговорот людей. Ой, мама. Таков закон сансары, круговорот.
We are diamonds, seeking shade.